Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Выполним задание номер 10 на странице 51. Прочитай. Прислушайся к звучанию звуков в словах. Скажи погромче слово «гром». Грохочет слово, словно гром. Скажи потише. Шесть мышат, и сразу мыши зашуршат. Скажи, кукушка на суку. Тебе послышится ку-ку. Агния Барто, автор этого стихотворения. Не правда ли красив наш язык? Звучание слов как бы передает звуки природы. Ты слышишь раскаты грома, шуршание мышей, голос кукушки. Прочитай предложение, в котором выделенные буквы в словах передают звуки грома. Скажи погромче слово «гром». Грохочет слово, словно гром. Спиши это предложение. Итак, давайте запишем. У нас будет 4 строчки, каждый из которых мы будем начинать с заглавной буквы. Итак, пишем «с», «к», «ж» с буквы «и», «по», «г», «ро», «м», «че». Следующая строка «с», «ло», «во», в кавычках, «г», «ро», «м», тире. Следующая строка «г», «ро», «хо», «чет», «с», «ло», «во», запятая, «с», «ло», «в», «но», «г», «ро», «м», точку ставим. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.